Всем привет! Так уж получилось, что мой самодельный фрезерный станок с ЧПУ стал для меня не рабочим инструментом для зарабатывания денег, а средством воплощения в жизнь различных идей и проведения экспериментов. Сегодня у нас с вами будет очередной эксперимент, для большинства скорее бесполезный и ненужный, но думаю, что вполне себе интересный. Короче говоря, сегодня точим карандаши. Скажу сразу, для подготовки управляющих программ я не использовал никакие специализированные средства и все рассчитывал сам. Об этом я расскажу, но в одном из следующих выпусков, потому что суть вопроса лежит несколько в иной плоскости, и заточка карандашей лишь побочный эффект от реализации другого не менее бесполезного проекта. Для начала надо найти нормальные карандаши, потому что, как оказалось, в дешевых карандашах грифель расположен как угодно, но только не по центру. И еще один момент. Многие карандаши оказались уже заточенными, и поэтому придется привести их в исходное состояние. Пожалуй, ленточная пила вполне подойдет для этой нехитрой задачи. Недавно я заменил жертвенный стол, потому что старый, если кто помнит, был уже похож на дуршлаг для вермишели. Но в нем был один плюс – сквозной вырез, поэтому в новом тоже пришлось сделать отверстие для удобства. Крепить заготовку карандаша я буду без каких-либо фокусов, а просто в станочных тисках. Идеально, конечно, было бы использовать токарный патрон, но у меня его нет, и ввиду их стоимости пока не предвидится. Центр заготовки в данном случае приходится подбирать на глаз. При некоторой сноровке это совсем не сложно. Первый карандаш заточим обычным конусом с круглым сечением. Классика, так сказать. С точки зрения управляющей программы, это можно реализовать траекторией из концентрических окружностей с увеличивающимся диаметром. Но я сделал непрерывную спирально-винтовую траекторию. Второй карандаш сделаем с несколькими гранями. 6 граней это вроде как слишком обычно, поэтому для разнообразия давайте попробуем 4. А третий карандаш предлагаю сделать как-нибудь хитро выдуманно. Например, 6 граней с закручиванием по часовой стрелке. Так карандаши точно никто еще не точил, надеюсь. Вот так можно незатейливо провести время, если у вас есть пачка карандашей и фрезерный станок с ЧПУ. А на сегодня у меня все. Всем спасибо и пока.